Всем привет, мои хорошие. Простите, что меня долго не было опять. Пропадала. Так, сегодня что я хочу? Сегодня я хочу вам показать покупки с индийской ярмарки, которая у нас недавно прошла в городе. И что мы купили. Так, давайте начнем с чаев, наверное. Вот такой вот чай взяли. Prime Gold. Произведено в Индии. И упаковано. Крупнолистовой 200 грамм. Вот он такой. Больше ничего не написано нигде. А, нет, вот здесь. Так. Как его готовить? Дальше. Ну, он упакованный еще. А дальше черный. Да, он черный. А, так, дальше. Вот такой вот чай взяли. Не смена традиции вкуса. Это уже в пакетиках. Что 100 штук пакетиков здесь. Давайте открою, покажу. Вот так вот они выглядят. Обычные пакетики с чаем. Ну, на вкус ничего так. Как бы, ну, супер чего-то необычного нету. Простой как бы, черный чай. Так, произведено, не написано. Так, 200 грамм тоже. Так, что у нас тут дальше? Так, способ заваривания. Так, Алмата, Казахстан. Так, отправитель Индия. Так, стой, не падай, все падает. Так, дальше, вот такой вот еще тоже чай взяли, тоже Prime, только это уже фруктовое наслаждение. Так, 25 на 400 пакетиков пишут. И тут они уже со вкусом. То есть черный с бергамотом, черный с клубникой. Или как он еще называется? Земляника, я их путаю постоянно. Так, черный с лимоном и зеленый с бергамотом. Так, вот так вот они выглядят. То есть они уже идут в индивидуальной упаковке. Каждый чай со своим вкусом. Вот, ну, мне кажется, это очень даже удобно. Так, смотрим, что здесь. Здесь то же самое, до 2017 года. В годе. Ну, сколько у нас бывает гостей, как у нас пьют чаи. Я думаю, что и месяца не пройдет, как это все выпьют. Так, дальше. Из съедобного. Это тихо. Из съедобного. Вот такой вот марджан. Это у нас басмати рис. Взяли 1 килограмм. Вот. Ну, очень там все хвалили. Говорили, что он очень классный. Берите. Много блюд можно приготовить разных с этим рисом. Вот такой вот он там внутри. Вот. Ну, попробуем, посмотрим. Получится. Дальше из уже несъедобного. Это я взяла себе украшения. Еще у меня уже лежат с прошлых ярмарок. Но я пока до них не добралась, но взяла еще. Я обожаю такие штучки, поэтому, конечно же, не удержалась. Взяла бинди себе. Вот такие вот. Разных цветов. Так, сейчас попробую приблизить. А то у меня что-то не работает. А, будет работать. Так. Вот такие вот. Такие взяла. Вот такие. Разных цветов. И вот такие вот. Ну, здесь мне, конечно, цвет не очень понравился. Не сильно так уж. Вот. Ну, бинди, кто не знает, в Индии девушки вот сюда их между бровей наносят, клеют. То есть незамужние, просто для красоты. По-моему, там есть даже для пар, что девушка в паре, что девушка невеста, засватана, и жена. Ну, жена наносит вроде бы тику, просто красную точку, что обозначает, что она замужем. Ну, там очень-очень-очень много заморочек с этими всякими бинди, тиками, поэтому долгая тема. Вот, так, еще взяла себе украшение, взяла сережки себе. Скажу первые вот такие вот сережки. Фокусируйся, фокусируйся, только быстро.
Это вредный. Так. Вот. Вот такие вот зелененькие взяла. Понравились. Гвозди. Кстати, вот они безумно легкие. Они очень легкие. То есть, как бы, ну, на ушах вообще не чувствую, что они у тебя есть на ушах. Так. Я вот одеваю пару их и вообще забываю, что я что-то там одела. Вот такие вот розово-красненькие с какими-то отливами. Так, и вот такой вот мини-набор украшений. Это вот сережки и такой вот кулончик. Ну, там не было особо того, что мне очень нравится, поэтому пришлось из того, что есть, выбирать. Вот, только цепочка мне не особо нравится. Такая она немножко, сказать, такого материала интересного. Даже не знаю, как его назвать. Ну, не люблю я такой материал, честно. Так, вот такая вот застежка. Символ бесконечности. Ну, в общем, не знаю, посмотрю, попробую. Поносить не буду, пока делать поспешных выводов. Так, сейчас уберу все, чтобы не потерять, потому что с моей удачей и везением это может потеряться. Дальше взяли вот такие вот носочки. Очень классные, такие мягенькие, прям такие удобные, достаточно яркие. Но, к сожалению, у меня вот мягкость вся пропала через там буквально день носки. Но все равно они очень мягкие. А цену, к сожалению, не помню. Ну, что-то 50 или 100 рублей. Так, вот такие вот носки еще взяла. Взяли. Так, оранжевого цвета. Но почему-то камера, как всегда, не передает то естественного цвета, который есть. Вот такие вот они. Здесь они очень теплые. Вот здесь. Здесь они уже немножко потоньше. Но все равно такие вот гольфики на зиму самое то носить. Так, сейчас это уберу, чтобы нам не мешалось. Вот такие, такого цвета. Тоже теплые достаточно. Вот прям толсто-толстые такие. Вот. И взяла еще колготки. Вот такие вот коричневые из коттона. Коттона или как он там правильно. Так. Не фокусируется. Ну ладно, вот. Они тоже не сильно тон, ну они не сильно тонкие, но не сильно толстые. Их только особенность то, что вместо пятки обычно, как мы привыкли, здесь вот такая вот дырочка. Ну как бы, как нам пояснили, вообще эти колготки типа идут для танцев, кто танцует, вот для них они будут очень удобны. Ну и можно просто их носить. Ну попробую, посмотрю. Короче, зима наступила. Извиняюсь, простуда все-таки. Но она сейчас легкая, не то что раньше. Но все равно печально, надо что-то с иммунитетом срочно делать. То это уже не дело. Так, вот такие вот я взяла себе индийские штанишки. Вот, на вот такой вот резинке длинной. Так, где тут кармашек? Что вам показать? Вот, с такими вот кармашками они идут. Очень они легкие, вот прям такой вот расцветки. То есть они тут сверху такие, к низу они идут такие. Здесь вот резиночка есть. Так, сейчас скажу, сейчас посмотрим с вами. Так. А, что это у нас тут получается? Ну-ка, все. Фокусируйся, фокусируйся, фокусируйся. Фредина, фокусируйся. О, так. А, вот коттон, стопроцентный коттон. Это я перепутала, к сожалению. С колготками, колготки перепутала с этим. Ну, вот такие вот они сделаны в Индии. Очень много видела на других сайтах подобные штанишки. Но, к сожалению, немножко меня разочаровала, наверное, ткань. В плане, что я ожидала чего-то немножко другого.
от этой ткани. Но в принципе, вот когда их одеваешь, они очень легкие, очень легкие. То есть ты их практически не чувствуешь, они такие как воздушные. То есть легко идешь прям и порой даже забываешь, в чем ты одет. Вот такие вот штанишки взяли. И мама еще взяла себе ароматические духи. Ну, она их уже утащила куда-то, естественно, прибрала это все. А, то есть, если тут не успеешь, то все уже расхватают, все заберут. Так, еще я наобещала вам снять обзор на вещи, присланные из Москвы. Сделаю, как и обещала. Ну, может быть, даже сегодня успею снять. На это видео тоже выложить. Еще, конечно, будет много видео. Просто сейчас очень такой завал, что не успеваешь даже просто влог снять там о том, куда поехал, зачем поехал. Ну, я постараюсь в ближайшие дни исправиться, все наладить и, конечно же, побольше выкладывать видео. Потому что много всего есть, и покупок, и всего остального, что вам показать, поделиться. Вот такие вот дела. Все, ребят, пока-пока.